Недавнее выступление Максима Галкина в Израиле возмутило общественность. Слова юмориста об Ольге Скобеевой перешли грань дозволенного, и теперь их будут рассматривать правоохранители. На том концерте Галкин выдал спорное высказывание. «Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно, если в руках он будет держать голову Скобеевой. Это будет потрясающе», — смеясь, — говорил он. Телеведущая увидела кадры и напомнила, что комик придерживается ценностей, чуждых нашей стране. Позже Скобеева во время эфира программы «60 минут» дала расширенный комментарий о словах юмориста. Выступая в Израиле, хихикал и предлагал зачем-то на Филиппа Киркорова. Причем здесь он? Надеть колготки, убить меня, взять в руки мою голову, и вот тогда люди будут в шоке и начнется перемирие. Ему кажется, это страшно смешно, унизила мужа Пугачевой она. Похоже, опасные выражения Галкина не пройдут бесследно. По моей информации, сразу несколько депутатских запросов были направлены в прокуратуру Российской Федерации и в Следственный комитет Бастрыкину. «Это прямой призыв к убийству или еще не прямой, не очень понятно», — добавила Ольга.